Почему-то там ты. Сейчас будем краситься. Всем привет. Всем привет. Я Мальдо. Я звезда. Hello. Всем привет. Где будет кондиционер? Что-то мне уже жарко стало. Я вернулась. Так. А мне кажется, надо еще протереть лицо. Слушайте, у меня нереально не крутой свет здесь. Это мои подружки. Ладно, сейчас за мной приедет подружка моей сестры. Замедленная. Лиза, тебе сколько лет? Мне будет 30 лет. 23 января. Сколько нужно ходить в корсете? Честно, я его сейчас надела. Вообще нужно ходить в корсете. Смотря у кого какая грудь, наверное, если у вас вот так вот будем сидеть. Если у вас просто увеличение, то, по-моему, нужно ходить месяц. Как у меня нужно ходить. Отлично выгляжу, спасибо. Смотрите, я без косметики, но прыщи видно, конечно. Вообще мешки под глазами, которых раньше не было. Вот не было бы мешков, вообще было бы девочек. Девочка. Я же все пытаюсь омолодиться своими розовыми волосами, как мне пишут. Ты уже не девочка, тебе нельзя в розовый краситься. А время у нас сейчас 6 час. Вот. Очень классно, спасибо. Смотрите, супер штука, покупали в Лилу. Интересно, подарки пришли уже? Покупали в Лилу. Я не помню, сколько это, что-то я за это купила. Рублей вообще 100, по-моему, стоит, я не знаю. Удобно с ресницами? Да у меня как-то что-то я уже не... Это не такие уже у меня ресницы. Куда собираешься? Да, я собираюсь сейчас гулять эти. Да ты и так, девочка. Ой, спасибо. Лиза, будь, пожалуйста, подобрее. Будь, пожалуйста, подобрее. Я вообще очень добрый человек. Ну, конечно же, у меня вот даже сейчас с Манькой переписывались. Силы на исходе бывают. Выходишь в эфир в хорошем настроении, а люди как будто сосут свою энергию. Ну, как бы энергетику. И энергию, и все вместе, блядь. И, ой, извиняюсь. И все самое хорошее забирают из тебя. Все соки выпивают. Очень есть неприятные личности. Одна застёжка не застёгнута. Ничего страшного, я все равно его сейчас буду снимать, когда пойду гулять. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты такая классная, обожаю тебя. Расскажи Китай, что видела красиво. Ой, расскажу сейчас самое главное. Вот сейчас я иду с девочкой гулять, которая здесь растет, говорю, живет. Она, короче, мне узнавала за укладку, чтобы меня уложили, вытянули волосы мне здесь, накручивать здесь, сказали, так себе, но это мне сразу муж сказал. Короче, чтобы вытянуть на расческу, сейчас вот как бы она мне написала, Лиза, это супер, здесь, конечно же, вытягивает, это самая-самая такая процедура, видимо, самая частая. Но вы знаете, как они вытягивают волосы? На расческе должно быть много волос, не твоих еще, только с волосатой расческой, чтобы не выдирать свои волосы, и только тогда они будут, ну, только тогда, и ты только такими расческами, они вытягивают волосы, чтобы не вырвать свои, как они объясняли ей. Короче, с ней будут вытягивать волосы, мне будут вытягивать волосы с расческой, в которой будет дохрена волос чьих-то китайских, и мне будут вытягивать. Как вы думаете, стоит ли идти на такую процедуру, или вот я сегодня чесалась сама после этого, как узнала? Зачем опять корсет одела? Мне кажется, все равно лучше желательно 2 месяца носить. Но, как мой врач сказал, 2 месяца я его не одеваю, потому что я показала бы вам свою болячку, но здесь так не покажешь, наверное, ее. Нет, ну можно показать. И сегодня Лёша с утра спиртом протирал. Так, не видно? Вот, смотрите, да, пластырь содрала.
И чтобы вы понимали, если я покажу свой другой корсет. Вот, сейчас покажу. Как я выбрала пасты? У меня просто с одной стороны все в крови. Просто все в крови. Постоянно все в крови. Все. Вот так вот. Я хожу с этой стороны тоже. И это, вы представляете, это просто моя дурость, что я взяла и сняла пластырь сама. Ну, дура, что сказать. И она теперь... И сегодня Леша мне уже спиртом ее делал. Ага, зачем у тебя и так было все хорошо? Если бы у меня было все хорошо, я бы не делала грудь. Это логично, правда? У меня грудь была не в таком хорошем состоянии, то, что вы видели в лифчике. Ну, как бы, это не то. Это гной? Ну, нет, уже гной, кстати, нет. Он сегодня спиртом не мазал. Это просто как белая лавка. Как можно со мной увидеться? Натирает. Вот поэтому я сейчас корсет снимаю, на самом деле, чтобы... заживали эти болячки, но на ночь нельзя снимать. Мне вообще больно спать, я стала на бок переворачиваться. Мы же, раньше я спала одна, и я одна спала на спине. А сейчас я не могу спать одна на спине, потому что мы все время обнимаемся. Леша так боится вот так вот меня взять за грудь. Я говорю, ну во сне, говорю, ты руки кладешь мне на грудь. И обнимает меня крепко, вот так вот сдавливает. Я говорю, это ничего, а потрогай ты боишься. Я кушаю очень много, вы сейчас сказали про кушай. Жду... И хочу есть опять. Жду и затупила. В Гуанчжоу вы, да, блядь, я ем. Я тебе завидую сейчас. Сейчас налью еще себе кофейка. Слушайте, нереальные маски. Покупали в этом Мясо, или как он называется, магазин, где все дешево. Ясминочка, привет. Вот, сегодня какие-то все хорошие. Что такое? Где злюки? Куда пропали? Читали мои комментарии? Вот-вот, я вчера подумала, не настроение, ничего. Бывает тоже неприятно, я тоже девочка. Особенно, когда меня спрашивают, сколько у тебя пластика на лице. Сорямба, ни одной. Я не знаю, мне кажется, посмотреть на мою маму с папой, можно понять, что просто шикарная генетика. Потому что меня когда спрашивают, почему так молодо выглядишь, я говорю, ну мне колоть ничего не надо, мне родители так выглядят. У меня прабабушка не умерла бы в 98 лет, так, у меня вот исчез интернет. Класс, просто взял и исчез. Так, появился? Просто здесь. Привет, Лиза, где еще носишь? Лиза, чего ты еще носишь за бюстгальтер? Мэри сняла давно, у Мэри другая операция, Мэри можно снимать давно, у Мэри другой размер, у Мэри не было большой груди никогда, поэтому... Были уже злюки, да ладно. Люблю читать, все последний раз читала. Ну, то, что начала книгу читать. «Пять языков любви». Ты делала коррекцию носозлёстной? Нет, я не успела ничего сделать, потому что я была на антибиотиках и уже говорила вам то, что не могла. Сейчас на доме 2 Даша какая-то на меня похожа. На меня нет там никого похожих. Сегодня включала как раз дом 2, и там на меня не может быть никого похожих, потому что таких, как я, нет. Очень похоже. Интересно мне даже знать, кто это. Чуть по именам я там не поняла, кто из них кто. Ну и ладно. Топ там сейчас это Милена, потому что кроме нее никого не знают новеньких. Ребенок. Тетя красивая, да? Ой, спасибо, малыш. Ну ты же колешь лицо. В смысле, что я колю лицо? Витамины? Вы пьете витамины? Я нет. И колола я витамины раза 3-4 за свои 30 лет. Очень обкололась прям. Если вы вообще сравниваете пластику и то, что колешь витамины. Ну, класс. У вас сравнения бомбические. Ну, ты ж колешь лицо. Ну, ты ж мажешься кремом. Я перед кремами не пользуюсь. Очень редко, когда я вот сейчас мне маски Лёша купил. Я даже на ночь крем не пользуюсь, дневным кремом не пользуюсь. Как видите, я просто встала утром, протерла лицо, и все. Вообще могу в душ ходить и не умываться, я не пользуюсь кремами. Мне вообще, в принципе, надо, особенно в Москве, девушкам надо обязательно прокалывать какие-то витамины.
кожа сохнет там ужасно. А вот как-то кремами я не приучилась себя пользоваться. Хотя мне надо, потому что мне уже 30 лет будет. С губами что-то делала. Да, 5 лет назад я колола верхнюю губу. Нижняя уже вообще такая же была. А верхняя у меня держится. Видите, какая экономная женщина. Вот, посмотрите мои старые фотографии, увидите, что губы у меня были такие же прекрасные. Кого подключила? Ладно. Привет, Катюш. Как я? Отлично. Ну, когда интернет появляется здесь. Надо пить больше воды. Почему именно в Москве? Что? Именно в Москве. Покажи вид с окна. Какая погода у вас в Китае? Мне сказали, на следующей неделе будет потепление. Такая нормальная, 15 градусов. На 15 градусов. Настюшка, привет. У меня нет ни краски, ни тоника. Как тебе пара Ира и Валера? Кстати, очень даже хорошая пара. Даже как-то Ира симпатизировать больше стала. Ну, как-то я так на нее никак обращала внимание, а теперь даже, мне кажется, очень хорошая пара создалась. Фу, нет стакана, что ли? Но я могу себе позволить пить из бутылки. Именно фу, когда мне нравится. Фу. Фу. Я смотрю, они пишут комментарии. Ты фу, ты такая фу. Сколько у нас времени сейчас? Ой, только что было без 26. Куда я смотрю, что ничего не видно. Вообще, пришла накраситься. Я так давно не красилась. Что пришел муж домой. Интересно, во сколько он придет, сколько я приду. И видел меня красиво. Что косметика к тому моменту не расфигачилась. Сейчас мы пойдем, у меня сим-карты наконец-таки. А ты чего дома? Потому что еще за мной не приехали. Я сказала Зая, то, что она работает. Она же работает. У нас только сейчас выезжает за мной. Зато нашли мне костюм, в твоей одежде не буду ходить. Злюки проснулись. Ой, злюки проснулись. Да ладно. Привет, привет, Мэричка, моя девочка. Простите, что вчера вам не перезвонила. Как вам, как там работа у вас? Давай добавляй. Как там работа эскортом у вас? Расскажи нам с Лешей, как вы там зарабатываете. Может, мы с мужем присоедини нас. Так, кого присоединять? Так, мне муж пишет, чтобы я его присоединила. Мэри здесь, все здесь. А троих нельзя присоединить, я бы всех присоединила. Ой, пришла вот. А, сейчас мой муж, хотите ответить вам насчет моей дочери? Так, короче, сначала чуть-чуть, давай сначала чуть-чуть Лешу, потом чуть-чуть тебя. Я думаю, что его, бери нас и его, а я не могу троих взять. Так, ребят, ну как-то я разрываюсь, я вас обоих люблю. Но муж, прости, на этом месте. Мэри, мы просто хотим тоже подзаработать с муж, с супругом. Вот, как бы, я видела в ваших эфирах, что вам пишут, что вы занимаетесь эскортом. Мы с Лешей тоже подумываем заняться, как и вы, потому что мы тоже хотим отдыхать ездить. Да, Леш? Да, да, да. Я включаю трансляцию с Гуанчжоу. Вот. Рабочий момент. Так, девчонки, смотрите, нет. Сколько мужиков. Все там красавцы есть? На любой вкус. Ой, смотри, все в телефонах. Ну, как все, подписывайся, подписывайся. Мы все собираемся, у нас сейчас покажу. Хотим к вам. Вот девчонки хотят к нам, так мы уже скоро улетаем. Лёха, найди нам мужа. Какого мужа? Вы же там занимаетесь проституцией, мы к вам наоборот полетим. Мэри, тут мужики это, привыкли, что они женщинами живут, точнее, пополам. Все попроще, чем кажется. Вот, поэтому как-то так. Вот, ребята, видите, типа модели. Это модели китайцы?
Да. Вау! Your girlfriend? My wife. Your wife. Понял. Сили типа TikTok. Девушка моя. Все, мне дали букет, говорит, аттракция жене. О, спасибо. Thank you. Thank you. Говорит, что ты очень красивая. Говорит, я в шоке. Ой, I'm from China. Вот, приглашает, кстати, говорит, женщины. Есть какие-нибудь, пускай приезжают в Китай. Женщины, пишите, да, женщины, пишите нам. Есть тут какие-нибудь женщины, которые хотят лететь в Китай и выйти замуж за китайцев? Не стыдно мужикам грудь показывать? За мне. Ответь за меня. Они считают, что я грудь показываю. Да. Сидит в корсете, показывает грудь. А этому нравится. 100 people see you now. 1000 people. 1000. Yes. Oh, yes, I see. No Instagram. I see. Skr, skr. You know Chinese sex is a good. Chinese sex good. Is a good. I see. Thank you. Прикольно. 100 человек тебя смотрит, а потом такой думаю, каких 100, я посмотрел эту штукарь, говорю, 1000. Вот, сейчас ждем. Смотри. Вот такая вот тема. Мы, короче, сейчас стоим. А это русские? А тут разные. Вот это, помнишь, ты показывал Роню, мой типа за? Ай, который говорит. Вот он. Он, по-моему, бразил. Тут бразилы, украинцы, китайцы. Короче, нас много-много разных, да. Вот у нас дверь откроется, и мы типа должны провести босса. Вот. Пишут, как познакомиться. Вот как познакомиться, пускай приезжают сюда. Они, кстати, эти китайцы, они с меня ростом 190, то есть они стандартные китайцы, которые 160. Ну, конечно, это модели, они 185-190 минимум. Ну, минимум 185. А, спрашивают, это эскорт? Да, они сейчас идут богатых китайцев покупать, и как раз мы в прямом эфире посмотрим на это, я надеюсь, что это наберет больше миллиона просмотров. Да, я, короче, отключаюсь, потому да, что сейчас давай, выйду. Я включаю Мэйли. Давай. Давай, любимый, давай. Так. Добавить. Ой, нет, так, Танечка, чуть вас не добавила. Это моя соседка. Они с Алиной смотрят. Алина, тебе рано еще смотреть прямые эфиры мои. Я, бывает, ругаюсь здесь матом, конечно, понимаешь, что ты взрослая. Сейчас Мэри. Одень майки. Я могу без майки сидеть. У меня просто уже... Ты слышала? Одень майк. О, эскортницы мои. Всем привет! Москва, Китай. Банган на связи. Девчонки, я надеюсь... Так, сестра, я надеюсь, ты с сестрой заработала там? Я на перерыве подкрепляюсь после бурной ночи. Помоги, сил набирается, девочка. А то я сижу, посмотрите, мне говорят, сиськи всем показываю. Ну, как бы в корсете... Сиськи сейчас покажу всем я. У меня больше. У меня здесь самые маленькие. Что делала, что не делала. Ну, мы две сестры разные, было бы странно. Да, было бы странно, если бы я со своими габаритами... Сейчас я их проколю. Нет! Лиза, расскажи, как у тебя дела? У нас здесь просто день за днем какие-то приключения. Я тебе, Сирена, мы сегодня уже переехали, понимаешь? Шли по пляжу, гуляли. У нас настроение сегодня, первый день шикарный. Надеемся, сегодня мы полюбим Панган. Потому что сегодня будет русская вечеринка. Мы будем круто гонять на супербайках. Как у тебя? Чем ты там занимаешься? Я охуеваю от скуки.
Смотрю даже прямые эфиры ваши, простите, что на перемотке. Потому что мне так весело, пиздец, что я просто в шоке. Потому что мой муж работает уже второй день. Я одна, но сегодня Слава едет с Яночкой гулять, она сюда мной приедет. Классно, приветики. Вот, сказала, свозит меня как раз тоже потом в какой-нибудь день на эти, какой-то рынок там. Вот, сейчас привезет мне одежду, поэтому мне есть чем идти гулять. Супер. Класс. У нас наконец наладилась погода, океан очень грязный, но погода супер, первый день. Погода супер, настроение на самом деле тоже. Мы переехали в хорошую комнату. Да. Нет, тебе кажется. Слава хорошо выглядит, ей лучше не накрашена, всегда было и есть. Да, не, сам всегда шикарно выглядит, со мной как будто что-то произошло. Ты знаешь, что вот это пигментное пятно у меня до сих пор не проходит на носу. Вот сейчас ты такая красивая, я смотрела в прямом эфире, иногда накрасишь, опять эту бабусь, вот эти глаза подводишь, они вот такие маленькие становятся, у тебя глаза больше, чем мои. Мэри, тебе, тебе надо ресницы, блядь. Мне реально, мне пиздец без ресниц, вот честно, это первый раз заметила, что... Я это ужас, ты понимаешь, я купила, короче, да, всякие разные очки, чтобы в них ходить. Ага. Я выдала себе все ресницы, короче, я лежала ночью, и мне не было нечем заняться, я решила выдвинуть все ресницы. Это ужас, я уже мечтаю долететь до куда-нибудь, чтобы мне прикрепили хоть какие-то три пердинки. Я такая страшненькая. Ты не страшненькая, но я первый раз заметила, что у тебя нет ресниц. До этого я не замечала, как ты была без ресниц. А сейчас я смотрю эфир, да, и такая... шапку одень на ушницу. Не, нормально. Вот. У меня, а у Славы есть мало ресницы, да? Угу, три ресницы. Не, у Славы длинные. Да не, Слава, у Славы, у моей кожи идеальная. Мэри, зачем тебе ресницы? У тебя кожа идеальная. Я за этот месяц наращивала ресницы 3 раза здесь по 5000 рублей. Но, честно, мне надоело. Да, но цены, так, конечно, не радуют, и качество ресниц тоже. Вообще кожи не держатся просто. Сейчас опять ресницы наращиваю. Просто посмотрите, блядь. А я танцую, когда кайфую. Ой, так на маму похоже. Когда танцую, я кайфую. У-у. Ужас, вообще просто, мальчик. Ну, зато да кожа реально мало бархатная. Кожа у тебя идеальная. Да, но ресниц, вот сразу японский бой какой-то. Слушай, я тоже тебя китайцы. Вы сейчас не слышали мой эфир, как вытягивают волосы? Как? Мне Яна узнала, чтобы вытянуть волосы. Она говорит, да, это самая частая процедура у нас, но они вытягивают расческой, знаете как? Расческа должна быть вся в волосах, не в моих. Так, а в чьих? В смысле? В чьих-то волосах она должна быть, но они волосы там, когда вытягивают, там много волос находится. И вот этими волосами они мне только могут вытянуть волосы. Чё? Чтобы не вырвать свои волосы. Это специально они так делают. А, это технология. Слушай, ну может она правда какая-то рабочая? Это ж китайцы, они, у них мозги есть. Да, да ладно. Шоу. Это только у нас в России мокрые волосы начинают вытягивать на утюжок. Это ты про мои, которые мне спалили у тебя в салон? Да. Боже, какой он огромный. Ногти тоже мне сказали здесь не так прям суперски делают. И ресницы мне... Да? Я вообще осталась без ногтей здесь. Лиз, в Китае вообще круто, там красиво. Ты знаешь, но я пока еще не поняла, как насчет супер красиво, но мне здесь нравится, здесь моя погода. Здесь как у нас на Красноярском крае, да, Слав? Слав, ты когда был? Я... Какое время года? Я была в разное время года, я в такое тоже. Ну, не знаю, мне Китай не нравится. Ну, здесь только работать, здесь жить, только и сразу. Вы знали, мне спускать чуть-чуть? Хотя, мне кажется... Лиз, а ты будешь там работать, Лиз? Я пока вообще ничего не знаю, что я буду делать. Лёша уже хочет, чтобы я работала. Но я тоже, а сколько здесь умрёшь? Здесь сидеть дома вот так вот, умереть? Ну, конечно, да. Работать надо обязательно. Работать надо, конечно. Работать здесь, да, хорошо. У нас сейчас релакс-тайм идет, но сегодня, надеюсь, я во все тяжкие впаду за все дни, что я, понимаешь, сколько я уже не тусуюсь, но уже дней 8. О, боже мой, ты тусуешься дней 8? 5? Да, ты прикинь, что сегодня русская пати, надеюсь, будет весело. Твою мать, я уже не тусуюсь, блядь, 2 месяца. Боже, как ты жива. Причем у нас Славка... Да, у нас со Славкой интересы вообще конкретно расходятся. Лиза это знает, у нас они тоже конкретно расходят. Но мы находим как-то общий язык. Да нет, но у нас они расходились, потому что и по возрасту мы тогда были. Да, ну да, мои-то 90.
Ну да, я забыла, тебе всегда было 90, и тебе и 20 было 90. Ей просто всегда 90. Она родилась уже 90-летней. Да. Да. Вкусный бургер? Да, очень. Ну чё, ладно, расскажите мне лучше, как прошел ваш ураган. Скучно. Ну, слушай, очень хорошо прошел, был ливень, было дико страшно, на самом деле. Мне прям было страшно, я даже уже написала, что я кому завещаю, отправила смс по Снежане, чтобы она их отправила потом всем. Да, если она же с мамой разговаривает, прощальные письма. Мам, ну сами разберетесь там, что кому. Ну это как я ложилась на груди и говорила, как мне оставить завещание Владе, чтобы было все. Да-да-да. Да, я являюсь свидетелем, как вы постоянно кому-то что-то завещаете. Я завещаю Владе. А я-то хотела на тайфун посмотреть, но, к сожалению, я его не увидела. Да пошла ты вообще, блин. Я так испугалась, когда мне прислала... Ну, мне Лёша показывает, что мама видео, я сразу Славе звоню, мне начинает трясти. Я говорю, еще мне этого не хватало в этом году, чтобы что-то там случилось с моими девочками. Что? Не. Я хотела, знаешь, как переживать тайфун? Как? С диджеями. На вилле с классными мальчиками, девочками, чтобы были виски, понимаешь, мы такие чилим, и у нас играют техно, и все такие танцуют. В итоге мы сидели со Славой, сидели в прямом эфире, смотрели в окно. Да? Слав? Я представляла, что на Пангане переживают тайфун именно так. Я просто пытаюсь съесть вот этот бургер все это время, он огромный просто. Мне очень хочется его есть. Мэрилям Хадис в 6 километре работает. Какой ты умный, мать твою. Или какая, скорее. Нам Кади на 6 километре. Да, что ж, сейчас сижу на Пангане, получаю удовольствие. Слушай, откуда вы вылезли из шмаромойки? Короче, это, Слава, тут все твои фанаты, что мне вчера в эфире спрашивали, Слава, такая выдержанная, такая воспитанная. Я говорю, что Слава, да, с вами сидела бы год, общалась бы, вы бы уже все были. Да какой год, я бы их в первый же день послала. Да, да, да. Я говорю, что моя Слава... Хотя нет, у Славы есть выдержка. Да. Просто зачем отвечать тем, кто этого не стоит? Я могу только достойным оппонентам отвечать. Здесь все онлайн, вообще непонятно, кто из себя что представляет и вообще. Палетку для теней. Или... У Славы фанатов очень много. Штуки пишут. Шука. О, можно... Ты слышишь, у нас музычка регги? Мне кажется, когда... Слушай, когда пишут мужики, если ты мужик, то ты просто низкое существо. Если ты пишешь девушкам, обзываешь их, просто... Слушай, мужики тебя... в наше время вообще не акти пошли. Нет, какие мужики? Они мужчины, это мужики уролок, я не считаю их мужиками. Низколетающие уродцы. Есть мужики, а есть мудаки. Да. Мы встречаем в последнее время только мудаков. Продолжает смотреть сейчас... эфир, я не знаю. Что за Слава? Слава моя родная. Мудло. Короче, бургер перешел в котлету, потом... Девочка, которая справа, ты бомбита. Я не знаю, кто... с какого права смотреть сейчас, Слава, это ты. Ну, Слава вообще фанатов, бомба сколько. Да, все говорят. Если бы у нее был Инстаграм, она была бы очень известной. Это вообще... Как бы на вас вообще, вас никто не знает. Лизок, а сколько у тебя времени? Как у вас, наверное, 6 часов, нет? Нет, на час нас больше. У нас 5. А сколько до вас лететь? Ой, слушай, сейчас сюда не надо лететь. И по-любому геморно. Слушай, мы сами отсюда вылететь не можем. Не-не, я к вам и не собираюсь, мы же на Филиппины летим. Ой, ну, вообще круто. Вообще-то у нас лететь часов, я думаю, 5, если чистого полета. Но я не знаю, есть ли прямые рейсы. Ну, не до Пангана, да. На Филиппинах вчера вы смотрели, там такая природа, конечно, мама мисс. На Филиппинах очень красиво. Ты знаешь, что там, ну, рядом на Кабаракаях, там, когда идет ливень, стеной все равно океан голубой-голубой прозрачный. Это единственное место, где такой океан, даже в дождь. Слушай, да, я посмотрела, там такой... У нас вот яхта поплыла. Да. Что-то не работает интернет. Подождите. Где деньги взяли? Что-то заело до этого. Короче, очень чистый океан, да? Я тоже посмотрела на фото, как на Мальдивах, да? Да, да, да. Ну, очень красиво. Ну, там есть ДНГ, поэтому обязательно от комаров. Чего? Я серьезно говорю. Я думала, что у Лизы уже было ДНГ. А, у Лизы уже было ДНГ? Что-то, блин, не слышно.
да, мы с Мэри будем сегодня отмечать Рождество, мы идем на русский. Что у Лизы было? О, кстати, всех с Рождеством. Денге. Я никогда не слышу. Что, мы зависаем, да? Короче, вы стали у меня пропадать. Да? А, у нас здесь постоянно пропадает интернет. А у нас здесь тоже видим, в Китае. Да? Я купила VPN. Не, у нас, себе. Мы тебя очень хорошо видим. Да, и слышим хорошо тебя. Да? А, да. Отстойные тёлки. Я сейчас показывала всем свой этот. Видели? Покажи нам. Всё. Посмотри. Это что? Что это? Какой кошмар. Кровь? Это то, что я тебе присылала, что я собрала сиськи себе. До сих пор не зажили. Ну, то, что я сняла пластырь. Я показывала тут болячку. Ой. Самая, которая у меня вот эта кровит. Видишь? О, это мне легче антиспитом. А так она все время кровит. Это из лейкопластыря, да? У тебя просто очень кожа. Я взяла его, сорвала. Ты так же срывала или нет? У меня срывала, у меня была маленькая болячечка, тоже была. Но я ее лейкопластырем заклеила, и она прошла. Ничего опять не слышно. Да, не скажу, кстати, не мы, видишь? Блин, эти мухи задолбали, урода. Ну, короче, мне здесь нравится, здесь влажно. Через сколько Яна приедет? Левомиколь, мне же не говорили, здесь нет левомиколь. Где купил в Китае? Аналог должен быть какой-то. Да, я это, виснет, видишь, все пишут виснет. Это ты виснешь, короче. Кстати, у нас ты тоже зависла. Это не у нас. Ну, мы так хотим. Это уже и у меня, и у вас. Короче, давайте тогда прощаться. Я не знаю, а мне как-то можно эфир вот этот сохранить, чтобы посмотрели потом телезрители? Конечно, можно. Не можно, а нужно. Тут и Лёша, и ты. Ну, а вот как это сделать-то? Я-то, наверное, себе не смогу его сохранить. Ты за себе нет, что я в твой. Давай в твой сейчас выйдем. Давай по очереди. Тебе в твой выходить. Давай, сейчас завершим. Давай.